Включение полуострова Крым в состав России, конечно, экономически несколько ударил по финансовому состоянию России, но тем не менее я считаю, что это правильный шаг, даже только по одной простой причине, что моя сестра гражданка России, вернее гражданка СССР всю свою жизнь, в какой-то один момент стала вдруг иметь украинский паспорт. И вот лично я приветствую присоединение Крыма к России. Я знаю, как радовался народ. Я видела это собственными глазами. И несмотря на все экономические трудности, которые есть сейчас в Крыму, тем не менее, они счастливы, что это произошло.